А вот ярмарка импортных товаров – это, конечно, что-то новое, тем более в таких масштабах. Я не раз посещал эти ярмарки, работая в Китае. Китай – это огромная страна с населением без малого 1,5 миллиарда человек, если быть точным, 1,4 миллиарда. Это примерно 400 миллионов среднего класса, так называемого. Средний класс в данном случае – это та категория населения, которая может предъявить спрос на потребительские товары высокого качества, достаточно, скажем так, недешевые. Им доходы позволяют. На самом деле наша промышленность, конечно, готова предложить значительно более широкий диапазон товаров даже для Китая, который, я повторяю, является мастерской мира. И это проявляется в последние годы. Я просто вижу, что заключаются контракты на отдельные виды сложного, подчас оборудования, сложной техники, новой техники, которых раньше в нашей торговле не было. Само по себе мероприятие, на мой взгляд, чрезвычайно важное, своевременное и интересное. И его, кстати, можно увязать и с продвижением концепции международного партнерства «Один пояс, один путь».